Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Nord 4. И сейчас я покажу вам, как отправить групповое текстовое сообщение. Открываем сообщение, нажимаем на значок сообщений, нажимаем «Создать группу» и выбираем «Контакты». Нажимаем «Далее». Можем добавить название группы, но это не обязательно. Нажимаем «Ок». И здесь уже мы можем отправлять сообщение. Я не могу, потому что нужно вставить сим-карту. Вот. Но на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.